Дорогие друзья, это пятничное поздравление. Жумга кене мубарак булсын. Хайрлы дугада, хайрлы иште, хайрлы уйлар бенен яшарга насип итсин. Исенлик, саулык бенен, изын шотлы, бахетле гөмөр яшарга насип итсин. Долгой прекрасной жизни желаю вам. Это Новосибирск, сибирского здоровья вам. Прекрасных мыслей, чистых. Всего самого прекрасного и наилучшего желаю вам, мои друзья. Красота. Красота. Сибирская красота. Жумга кене мубарак булсын. Здоровья, благополучия, успеха и счастья вам, мои друзья. Дорогие мои друзья, поздравляю вас с пятницей. Жумга кене мубарак булсын. Чтобы ваши благие дела, поступки, намерения, молитвы были приняты. Чтобы в этой жизни лучшие дела, лучшие пожелания находили вас, и вы могли их реализовать. Чтобы в ваших мыслях, в голове и в поступках всегда было самое наилучшее. Как эти чистые воды Байкала, которые дают дыхание, жизнь, наполненные энергией и силой. Аллага шикер, буда ниада, яшибес. Аллага шикер, буда ниада, изгешлер бенен, изгегамеллер бенен, яшибес. Рахмет, дусларым. Благодарю вас. Желаю всего самого наилучшего. Наше поздравление пятничное. Жумга кене мубарак булсын. Это город Улан-Удэ. Протекает река Селенга, одна из полноводнейших рек. Самая чистая река Ингчиста Елга, которая втекает в Байкал. Она туда несет свои чистые воды и тем самым наполняет это мощнейший резервуар чистейшей воды на земле. Чтобы ваши мысли были такими же чистыми, чтобы самые чистые воды ваши омывали ваше тело и ваш омовение, и точно так же большое омовение было принято, чтобы вы с чистым телом, с чистой душевными молитвами могли приступить и видели, как солнце на глади Селенги приветствует вас в Улан-Удэ, желает вам прекрасного, крепкого пятничного настроения, чтобы ваши все мысли были чистейшими, как это пространство и этот мир. Здоровья, успехов, благополучия, крепчайшего сибирского здоровья вам, успехов, всего самого наилучшего, самого прекрасного пятничного настроения желаю вам, друзья. Всех благ земных. Жумга кене мубарак булсын, дуслар. Дорогие мои друзья, это утреннее пятничное поздравление с берегов Жемчужного моря, которое впадает в Южно-Китайское море, город Гуанчжоу. Раннее утро. Еще люди спят. Некоторые уже прочитали утреннюю молитву. Я вам желаю крепчайшего, самого крепкого здоровья, чтобы красота рассвета будила в вас добрые, теплые намерения, желания и поступки. Жумга кене мубарак булсын, хайрлы дугалар бенен, хайрлы ишләр бенен бу дөньяда яшәргә насип итсен, дусларым. Прекрасного вам пятничного настроения, солнечного неба, много чистой воды и успехов. Кене мубарак булсын, Рамазан айы мубарак булсын, Курбан гаите мубарак булсын. Всем здоровья, благополучия, успехов, крепкого настроения. Ай, да.
Я, сюда. Сюда, Джон. Где ты, красавец? Где ты? Ну, там я. Все, хватит okay. Болотца. Молодец. Эй, молодец. Дорогие друзья, Жимвакене мубарак булсын. Сенлик саулык, бәрәкәт сезгә, озын, шатлы, бәхетле гомер телим үзегезгә. Һәрбер җирдән, һәрбер тудан тәбриклибез дусларыбыз, берсе-берсез. Поздравляю вас, Жимга, чтобы это был праздничный, хороший, прекрасный день. Будем поздравлять, это июль 2023 года. С каждой точки земного шара буду поздравлять каждую неделю, брать поздравления. И в результате нашей длинной жизни будет длинный фильм. Вам здоровья, долголетия, долгих, прекрасных лет жизни. Успехов, всего доброго, будьте счастливы. Дорогие мои друзья, туганнарым, кардашларым, жимга кене мубарак булсын. Чтобы пятница приносила вам самую светлую молитву, чтобы все было прекрасно в этой жизни, в этом мире. Жимга кене мубарак булсын. С пятничным поздравлением вас, дорогие друзья. Это заставка на долгие годы и времена. Интересные минуты наступают. Жимга кене мубарак булсын. Где мы получили воспитание. С этого минарета я говорил азан. Нашим имамом был Ахмадзаки Хазрат, а помощником Рашид Булганиде. Все они хорошие, прекрасные люди, которые воспитывают добро, любовь, уважение в этом мире. Всем здоровья и благополучия.